Всем привет, с вами Крошик Дэй. Арин, а что мы сегодня будем делать? Вот таких милашек! Вау, классно! Я себе тут уже подобрала вот такого вот. Такое ощущение, что это какие-то маленькие пушистики. Да, еще это один. Это брюки, да? Да. Классно, я себе я забиваю вот этого фиолетового для, на ключи от машины. А я вот этих трех. Ты вот этих трех? Да. Ладно, тебе второй осталось. Ну что, начнем? Да. Давай, поехали. Открываем. Давай, я помогу. Что у нас тут есть? Я вот это беру. Вот. Прикольно, смотри, о, вот это твоя. Заготовочки. А вот это типа манекены, что ли, да? Не, ну это на костюмчики надевать. Короче, леска есть у нас здесь. Нитки вот такие вот. Да, и вот то есть по цветам, это из чего будут наши няшечки, да? Да, и вот сама сделаны. Наша штука. И вот такой крючок, да? Ой, что-то упало. Я там не очень разбираюсь, но я так понял. Ага, леска для, короче, для каждого вот этого вот пушистого няшки одна леска. И одна вот эта вот заготовочка, да, Ирина? Да, это просто на эту костюм надо надевать. А, ну, давай, да, с первого начнем. Давай! Да? Поехали! Поехали! Пап, надо взять эту леску и разделить пополам. Давай разрежем. Только ровно, пап. Так, где тут? Конец. Так. Опа, разрезали. Сейчас будем нанизывать на это устройство леску. Берем катушку и наматываем нитку. Мы намотали нитку и теперь надеваем ее на катушку и оставляем 5 сантиметров и завязываем узелок. Давай. И закрываем котиком. Наша система готова для шитья. Мы тут сделали узелок. Да, и теперь начинается процесс. Только ниточку нельзя опускать. Кариночка, начинаем. Да, начинаем. Нажимаем. Надо сразу надевать леску на крючок вот этот, да? На другую сторону. Наш пушистик растет. Да? Да, получается. Наш пушистик практически готов, но нам надо как-то его завершить, и потому в конце... И как в начале делали леску, так и в конце также. Вот так вот будем завершать нашего пухнастика, да, Ринка? Нашу... Это лисичка, наверное? Да, лисичка, сестричка, да. Точно. Мы сделали вот такую красивенькую длинную кофточку. Теперь ее надо аккуратненько снять. Интересно, как же, какой же результат будет? Вот так, первая, вторая... Третья. Можно сказать все. Ну вот так у нас получилось. Я завязала узелок и где-то вот так отрежу. Вот. Теперь его надо вывернуть. Теперь одеваем палочку с ушками и с короной. И сейчас мы наденем вот эти вот ножки. И вот. И вставляем ножки. И самый главный момент. Мы вставили ножки и сейчас вставляем самое милашное. Голову. Что? Что ты сказал? Подпишешься? А лайк поставишь? Что? Ты поставил лайк? Ура! Ура! Ура!
Так, мы вставили голову, и вот такой у нас милаш получился. Лисенка мы сделали, а теперь следующего мы будем делать вот такого розовенького. Сделали наш пушок, и мы сейчас одеваем ушки. Одели ушки, теперь одеваем украшения. У нас получилось таких два пушистика, и даже не верится, что из такого получается такое. Такие прикольные брелки, да? Да. У нас осталось еще 3 штуки, да, Арина? Да. Ну что, будем добивать? Да. Давай. Вы заметили? Появился новый малыш. Какой прикольный. Он мне напоминает из Майнкрафта. Динозаврика. Крипера, да? Не, он динозаврик. Еще осталось 2. Пандочка и вот такой тоже пухнастик. Продолжим? Да. Итак, мы наконец-то сделали наших пухнашек. Няшек пухнашек, да. Да, это совсем не одну минутку. Да, это много часов. Это было очень тяжело, Арина. Даже 2 дня. Но мы справились, да? Да. И у нас получились такие очаровашечки, смотрите. Да. Но мы даже сделали, вот этот, один падает, да, видать, наелся чего-то, да. Или мухи отвалились. Мы сделали из них 2 брелка. Один я себе беру, у меня этот брелок будет в машине ездить, да. А тебе на рюкзак в школу. С вами был Крашик Дэй. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк. Всем пока-пока!